Через сколько можно сделать страну, как совхоз Ленина? Все зависит от того, что ты имеешь в виду. Доходы населения можно сразу, там, в течение 2-3 месяцев. А обустроить, ты же понимаешь, это как паровоз. Значит, его тяжело остановить и тяжело разогнать. Ну, на разгон нужно время. Естественно, надо сделать работу над ошибками. Ну, там, слушай, читай программу «20 шагов». Там все написано. Но некоторые вещи можно делать быстро.